На приготовление этого супа понадобится минимум времени и только самые доступные продукты. В результате получается очень вкусное и питательное блюдо, которое подойдет для всей семьи. Питательный, густой, наваристый и невероятно ароматный суп. Готовится достаточно быстро и очень просто. Такое вкуснейшее первое блюдо поможет разнообразить ваш рацион, попробуйте. Для того, чтобы приготовить овсяный суп с грибами, можно взять любые грибы на ваше усмотрение. Это могут быть любые лесные или шампиньоны, как в данном варианте. Суп также можно приготовить на воде или любом бульоне. Подойдет лучше всего легкий, куриный или овощной. В любом случае будет очень вкусно. Подготовьте все ингредиенты. В кастрюлю налейте воду или бульон, добавьте соль, специи и доведите до кипения. Пока вода закипает, нарежьте картофель кубиками. После закипания добавьте картофель и грибы. Варите на небольшом огне до готовности картофеля. Тем временем нарежьте лук кубиками. Морковь натрите на терке. Обжарьте овощи на сковороде до готовности. Когда картофель будет готов, добавьте в кастрюлю зажарку и овсяные хлопья. Доводим суп до кипения и даем покипеть пару минут. После чего добавляем свежую зелень, накрываем кастрюлю крышкой и даем супу настояться буквально 5-10 минут. Овсяный суп с грибами готов. Приятного аппетита!